Меня зовут Эрика Джейнс. Я человек с гитарой и кучкой друзей, которые однажды решили участвовать в этом безобразии. Первая песня называется «Like an Arrow», и «Like an Arrow» — это песня вообще, на самом деле, увлекательная, потому что она написана от лица чувства влюбленности. Это оно поет о том, как нужно себя же сломать до того, как оно пронзит человека, который решил влюбиться. Ну, то есть она такая вся вот такая. Ну, собственно, по музыке это тоже видно. Ну, в общем-то, про любовь все. Чё там? Меня вдохновляет, наверное, больше всего Мэтт Корби, такой австралийский паренек. Мне нравится Джеймс Бэй. И раньше мне нравился Эд Ширан, и когда я играла только акустику, конечно, он меня очень сильно вдохновлял. Вообще, я очень люблю Blink-182 и все вот эти вот ребята, как Simple Plan, они тоже меня... Ну, то есть, на самом деле, много чего. Даже сейчас всех не вспомню. Том Розентл, его вообще никто не знает.
Природу, конечно. Вообще я люблю гулять, правда, сейчас это не так часто делаю, но да, мне нравятся деревья. Дуб люблю. Дуб тебя вдохновляет. Он огромный, и он тебя освобождает от всякого плохого слова. Там сейчас было бы. Второй трек — это песня No Name Yet. Она была написана благодаря The Acoustic Guitar Project, в котором меня позвали участвовать. Там нужно было за неделю песню написать. Вот, и, собственно, я это сделала. Ну, она тоже такая лирическая, про любовь и вот такое все теплое. Я обычно просто сижу, обычно у меня какой-то депресняк. Почему-то так рождается в основном. Я сижу, грущу и играю на гитаре. Ну, сейчас так происходит. Играю на гитаре. Это какая-то мелодия с вымышленными английскими словами, которых, наверное, не существует. Я думаю, много кто так делает. А потом, очень редко это сразу со словами,
Но в основном дальше наступает этот мучительный процесс, когда нужно понять, что тебя вообще сподвигло сейчас вот это все сыграть, и какие в итоге будут слова вообще, о чем это все. Это для меня всегда сложно, потому что я больше как музыку люблю делать. Вот. Но вот как-то это так происходит. В основном аккорды, потом мелодия и потом слова. Трек номер три — это «My Lungs Burn». Это песня, которую я написала, когда у бабушки у меня один день болели легкие очень сильно. Может, это даже были не легкие, я не знаю. Но я просто села, сразу записала, сразу с текстом. И когда я это сделала, у меня перестали болеть легкие, я не знаю. Ну, в общем, она такая немножко смешная. Вот, там текст такой простенький, но она драйвовая, она мне очень нравится. I can't move and I can't sleep. Something inside makes me sick, makes me want to cry, makes me want to die. How many days, how many hours, how many minutes am I gonna leave? Everything around just makes no sense. I'm empty enough to leave. 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 I've no idea, I don't know what it is. It feels like I'm about to disappear. I don't wanna be gone, but it's coming, I'm on my way. I'm so scared and relaxed at the same time. I can't breathe anymore, but how can I? Мне как-то сложно вообще об этом думать. Вот, например, все песни, которые сегодня я здесь играю, это
Ну, они вообще абсолютно разные. У меня в голове, во всяком случае, я не знаю, как они звучат для других людей. Но что бы я хотела? Я бы, наверное, хотела сохранять эту разность, например, но... Да, сохранять эту разность, но все равно иметь возможность как-то определиться. Потому что сейчас я не уверена, что я совсем определена вот с таким вот стилем. Вот здесь вот я иду. Ну, а с другой стороны, мне не так много лет, и я все равно экспериментирую и все такое. И сейчас пишется первый альбом, и вот там-то мы сейчас все и поймем.